Добро пожаловать на запись одного из первых тестовых видео по игре BeamMG Drive. В данном видео мы с вами понаблюдаем за инсценировкой одного из множества возможных случаев дорожно-транспортного происшествия на зимней заснеженной дороге где-то в горах. Итак, начнем с того, что данная фура у нас загружена двумя автомобилями. Я думаю, особого значения, каким именно, не имеет. Ситуация такова. Во-первых, начну с того, что я в этой игре новичок. Я о ней мало что знаю, я мало что знаю о ее функционале, мало в ней разбираюсь. Поэтому буду благодарен за какие-то, возможно, полезные и интересные советы, которые мне в будущем помогут снимать более интересные видео. Также хочу предупредить о том, что почему-то при некоторых авариях игра не то чтобы вылетает. Во время аварии игра становится на паузу, и все, что происходило в сцене, либо замирает, либо при снятии с паузы оно исчезает. И потом игра либо возобновляется заново, либо снова стоит на паузу. Короче, приходится геморроиться. Я не знаю, с чем это связано, но вряд ли это связано с тем, что комп не тянет, потому что комп тянет, и даже больше, там с запасом еще процентов 80 минимум. Итак, я слишком сильно отвлекся. Это первая тестовая запись. Что-то может пойти не так. Первый, блин, всегда комом, поэтому не судите строго. Мы начинаем. Ах, да, я немножко недорассказал. Ситуация в данном видео будет такова, то что впереди нас, там по маршруту следования, случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса не справился с управлением на большой скорости при выезде из туннеля. Его занесло, и он врезался в мост. Об остальных нюансах рассказывать пока не буду. На месте, думаю, все увидим, там разберемся. Итак, я слишком, наверное, уже затянул время. Поехали. Главное, чтобы сейчас не выронить машины из кузова. Иначе будет обидно. Прошу прощения за небольшую загвоздочку, просто если что-то там где-то выпало, то видео будет испорчено. Надо проверить. Нет, вроде бы на месте. Итак, поехали дальше. Thank you.
всего желательно вот эта вот камера. Этаж взорвалась. Автобусу не позавидуешь, водителю тоже. Он, по-моему, в состоянии охеревания. Так, ну я думаю, здесь больше замедлять нечего, поэтому. Всем спасибо за внимание и пока. Пока.